Итак, привет, друзья! Сегодня мы наконец-то собрались вместе. Это было очень долго, но мы все-таки вместе. Даша, мы вместе. Так, она стесняется. Мадам. Please, in English. English. Сусу, Thai language. Сусу. Okay, thank you. Итак, друзья, вкратце, что будем делать? Этот букет мы будем рисовать. Но, пожалуйста, подумай, здесь много деталей. И это нелегко. Но мой метод мы делаем по-другому. Ускоренный метод живописи. И сразу будем рисовать сегодня. Даша рисует первый раз в жизни масляными красками. Таня, не ешь кисточку. Поэтому просто я буду объяснять принципы в живописи. И мы будем использовать. И самое главное, Даша, это получать радость. Мы должны получить большое удовольствие от рисования сегодня. Хорошо? Рисуем, не получается, стираем, заново рисуем. Если мы не будем радостны, то нам будет тяжело это даваться. И особенно будет в конце разочарование еще больше, когда мы увидим, что мы нарисовали. Хорошо. Потому что я сам еще не знаю, что получится. Итак, смотрите. Что, теперь начнем. Thank you.
Что у нас получилось? Отворачивайся. Ксюша. Сейчас мы будем смеяться на твоей работе. Так. Ой. Ну что, поворачивайся. Супер. Mm-hmm. Really. I like the background. It's like a tent. Да. Uh-huh. Really nice. So soft. The background is so soft. Yeah. It really, she got the feel of the fabric. Yeah. My background is just like walls, but she really got the fabric background. That's it. Mm-hmm.